Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 8 апреля, не могла мимо вот этой грядки пройти. Хочу показать вам первые цветы, которые у меня расцвели. Вчера по плану я хотела, сегодня запланировала обработать вот эту грядочку с батуном, который уже вылазит. Но сегодня не стала обрабатывать, потому что у нас холодно, пошел дождик, не стала я. И проходя мимо этой грядочки, Надюша прям лезет в камеру. Проходя мимо этой грядочки, я заметила, что у меня расцвели первые цветы. Конечно, они не такие, как летом. Сейчас покажу. Крошечные мускари. Это вот, как его зовут, мышиный гиацинт. Они, вот видите, свои свечки начали выдвигать. Вот они. Я их сначала даже не заметила, думала, что-то валяется, такой, думаю, что такое голубенькое издалека-то. А потом подошла, эти свечки вот только выдвигаются, еще не распустились, а этот уже реально цветет. Надя, если ты съешь мускари, я тебе тогда родильную палату не предоставлю. И вот они расцвели, и это такое чудо, несмотря на то, что у нас завтра будет ночью минус там 1-2, несмотря на то, что завтра-послезавтра будет снег. Жизнь продолжается, значит, тепло не за горами, цветут цветы. И вот кто-то у меня интересовался, когда ждать появления вот этого точечного колокольчика, что-то не вылазит и не вылазит там у кого-то. Я вот показываю точечный колокольчик, он тоже уже весь вылез наготове. Сейчас, как только будет немножко теплее, он очень быстро начнет наращивать вот свои эти листики и зацветет. Я его в этом году хочу убрать вообще на улицу вдоль ограды вместе с хостами посажу. А здесь будет побольше лука. Лук почему-то большим спросом у нас пользуется, чем точечный колокольчик. А места мало, вот и тусую их туда-сюда. Хосты уже выгнали за ограду, теперь следом пойдут точечные колокольчики. Но мускари, конечно, это сюрприз для меня. 8 апреля цветут цветы. Все, до свидания. Вот сижу сейчас, прям пальцем расковыриваю еще одни цветы. Вот тут должна была уже расцвести у меня синенькая такая, красивый цветок, пролеска. Но мы в прошлом году, видите, что сделали? Удобрить, чтобы поджирнить грунт. Натаскали вот этих вот перегноя, вот кучами наложили. Я не разровняла. Потом начался снег, и засыпались все цветы. И получилось, что они с трудом вылазят. Ну, их, короче, большим слоем засыпали. Надо было все это разровнять, сделать. Осенью некогда было. И вот нарциссы с трудом и тюльпаны пробиваются уже из последних сил, видите, из-под коровьих говёшек. Ой, бедные цветы. Вообще здесь у меня нарциссов очень-очень много вдоль всей теплицы. Когда они расцветают очень красиво, вот сейчас у меня еще одна работа. Освобождать нарциссы от перегноя коровьего.